Мусульманка в хиджабе получила награду в Нидерландах. 19-летняя Лава Хаджи из Сирии победила в номинации «Студент года». Благодаря своему трудолюбию и таланту девушка вполне заслуженно удостоилась престижной награды. Хаджи мигрировала в Нидерланды в 2018 году. Лава и ее семья обосновались на севере страны в городе Гронинген. Там Лава начала изучать голландский язык. Гронинген называют университетским городом, потому что в нем проживает около 50 тысяч студентов. Сейчас Хаджи учится на четвертом курсе, получает среднее профессиональное образование по специальности управления бизнесом. Несмотря на сильную загруженность и юный возраст, после учебы девушка успевает подрабатывать в IT-компании. В будущем мусульманка планирует начать собственное дело в данной сфере. Лава и ее близкие прибывают в стране на основании 5-летнего вида на жительство и надеются в ближайшее время получить гражданство. Мусульманка признается, что очень скучает по Сирии, но в Нидерландах у нее больше возможностей для самореализации и там безопаснее.